Мы будем разом учиться размовлять с народной мове. Уявите себе, некоторые люди на гроши, яких у их нема, купляют речи, якія им зусім не потребны, каб сподобаться людям, яких яны терпеть не могут. Уявите себе, представьте себе, относины, зносины, отношения. Уявите себе, коли относины помеж людьми не сыходятся уголовным, яны разыходятся за дробязью. Уявите себе, относины будут добрыми, коли никому не заздростить. Любите, шануйте родную мову. Яна дае нам наилепший способ разуметь один одного.